Чем немецкие крепли отличаются от русских пончиков, что такое мартишоры, как правильно есть казахский бешбармак, все это можно было узнать на фестивале национальных культур, который прошел в субботу в селе Ницинское под Ирбитом. Участие в фестивале приняли представители более 17 национальностей. Татары, украинцы, казахи, немцы и даже редкая национальность родом из Азербайджана – талыши. Для посетителей участники приготовили концертную программу и море угощений. Казахи готовили бешбармак с кониной, а немцы пекли крепли. Это десерт из сдобного теста, очень похожий на пончики. И, конечно же, на фестивале можно было познакомиться с обычаями разных народов, например, узнать о национальных музыкальных инструментах. Старый это инструмент, это называется даф. Вот инструмент, она очень громко звучит, и можно с ней песни поет.